150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за 3,5 года съемок, тысячи метров отснятой пленки, работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер, тяжелейшие испытания для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд — его основным героем. Первая экспедиция по Южной Сибири от Красноярска до Хакасии принесла проекту немало удивительных кадров и фотографических открытий. Сегодня наш поезд продолжит путешествие по этим местам, от хакасских котловин и равнин до гигантских горных массивов Салаирского кряжа и Великого Алтая. Мы узнаем, как можно обуздать стремительный полноводный Енисей, увидим, откуда начинаются великие сибирские реки, и окажемся в самом центре Евразии, где, согласно легендам, находилась мистическая страна Беловодье. Это земля бескрайних степей и горных таежных чащ. Как и во многих местах в Сибири, почти девственная природа и древнейшие исторические артефакты здесь близко соседствуют с индустриальными и промышленными гигантами. Они словно соревнуются между собой по степени масштабности и монументальности. Из Салбыкской котловины, знаменитой усыпальницы царей и вождей племен Среднего Енисея, мы направляемся к еще одному удивительному объекту. Не так давно он коренным образом поменял размеренную жизнь сибирской Хакасии. Когда-то к нему вела железнодорожная ветка. По ее следам мы сейчас и отправимся. Дорога на рабочем поезде от Абакана до Саяногорска когда-то занимала меньше 3 часов. Нам понадобились почти сутки. В этой бескрайней степи, кое-где разбавленной холмами, просто теряешься от обилия удивительной натуры. Низкие горы с плоскими вершинами похожи на древние пирамиды, заросшие степными травами. В бархатистых полях разбросаны надгробья и курганы сотен захоронений, созданных до начала нашей эры. Они напоминают, что когда-то именно здесь располагались крупнейшие в истории усыпальницы и могильники разных азиатских народов. Ослепительная белизна вокруг. Глазам больно смотреть. Этот мрамор больше похож на сахар-рафинад. Такой он вкусный на вид. Его буквально хочется грызть зубами. Здесь Енисей выходит из горной теснины, из саянского камня, как говорят местные жители, и течет дальше в сплошном мраморном ложе. Под рекой находится 500 кубокилометров мрамора. Хватит на много тысяч лет добычи. И первая каменная глыба, которая легла в основу плотины Саяно-Шушенской ГЭС, была тоже из этого саянского мрамора. Камни из этих разломов возили к строительству карьерными самосвалами. Для их укрепления в Западный Саян шли целые эшелоны с цементом. Чтобы сдержать напор енисейской воды, нужно было уложить в основание плотины почти 10 миллионов кубических метров бетона. Такого количества материала хватило бы, чтобы построить 5-полосную автостраду от Калининграда до Находки. Железнодорожная ветка, по которой его везли, давно разобрана. Но возле самой плотины мы, к своему удивлению, обнаружили действующую часть бывшей рабочей магистрали. Теперь это просто трамвай, едущий из поселка Черемушки к самому подножию невероятной по масштабам дамбы. За моей спиной не просто крупнейшая плотина. Она разделяет два удивительно непохожих один на другой мира. Там, выше по течению Енисея, лежит громадная горная страна, Западный Саян. Совсем дикая, там нет человеческих поселений, там бродят горные козлы, и снежные барсы спускаются на берег реки. А ниже плотины начинается человеческий мир, цивилизация. Там город Черемушки, Абакан, заводы, форелевые хозяйства.
Между тувинским Шаганаром и хакасскими черемушками на протяжении 300 километров вдоль Енисея нет ни единого поселения человека. Великая река течет здесь в гигантском каньоне, образовавшемся на месте грандиозного тектонического разлома. Склоны западного Саяна стали берегами Саянского моря, когда воду бешеной и своенравной реки перекрыли дамбой. Теперь это территория Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Огромные стада горных козлов, козерогов, бесстрашно пасутся прямо на крутых склонах гор, спускающихся к Енисею. С высоты полета видно, как стремительно занимала низины и ущелья горной системы искусственно поднятая вода. Вряд ли еще где-то в России можно увидеть столь наглядную границу и четкий контраст между дикой и индустриальной Сибирью. Теперь нам предстоит длинное железнодорожное путешествие через всю Южную Сибирь. От начала одной великой сибирской реки Енисея до самого истока другой – Оби. Прямого пассажирского движения между этими пунктами не существует. Но благодаря поддержке нашего генерального партнера ОАО «РЖД» мы смогли выстроить этот маршрут. Дорога эта необычайно выразительна. Горные таежные массивы чередуются с огромными промышленными центрами. Большие сибирские города выглядят словно индустриальные муравейники среди подступающих со всех сторон кедровых и лиственничных лесов. Через 4 года здесь будет город-сад. Когда-то я, как и вся страна, наизусть учил эти стихи в школе. И вот только теперь, в наших железнодорожных путешествиях, мы попали в Новокузнецк, в этот индустриальный сад, который пророс на очень древней традиции кузнечного ремесла. Горные шорцы и другие малые народы, которые испокон века населяли Кузбасс, всегда славились своим искусным умением обрабатывать металл. Вдоль этой дороги нам встречается масса удивительных образцов железнодорожной структуры. Ажурных высоких мостов над ущельями, темных тоннелей, пробитых в отвесных и мрачных здешних скалах. Все когда-нибудь заканчивается. Понятно, что путешествие по железной дороге останавливается там, где кончаются рельсы и шпалы. Здесь, в Бийске, конечная станция тупик. Дальше нет железной дороги, и одновременно это ворота в Горный Алтай. Отсюда, выгрузив все, что сопровождало нас в нашем длинном пути, мы отправляемся другими видами транспорта далеко в горы. Перед поездкой к Горному Алтаю мы останавливаемся в одном удивительном месте, которое не пропускают те, кто хорошо знает местные реалии. Во-первых, именно в районе Алтайских сросток степная зона, тянущаяся на тысячи километров по территории Южной Сибири, прерывается первыми холмами и постепенно превращается в одно из самых красивых нагорий в мире. А во-вторых, это малая родина знаменитого русского писателя. Вот, вот ветер. Вот. Вот нужно, чтобы качнуло ветку.
Красиво как. Вот вдруг такая нарисуется композиция. Что для этого нужно? Осеннее солнце, желтые березы и родина Василия Макаровича Шукшина. Первая область Горного Алтая, куда мы сегодня направимся, расположена чуть в стороне от традиционных туристических маршрутов. И сегодня это очень дикие и труднодоступные места. Наш путь лежит к истокам знаменитой Бии, самой крупной составляющей Великой Оби, правого ее притока. Одно из удивительных открытий, сделанных нами за время наших экспедиций, это то, насколько путешествие на поезде похоже на путешествие на корабле. Это тоже замкнутый небольшой мир, который движется в каком-то необъятном пространстве, где у каждого есть своя каюта, которую надо заправлять водой и топливом. И очень много схожих черт. И вот здесь, на Алтае, мы, пересев с поезда на корабль, двигаемся по Телецкому озеру. Это самое крупное из многочисленных озер Горного Алтая. 400 лет назад одна из первых русских экспедиций, исследовавших Южную Сибирь, вышла на берега огромного водоема с необыкновенно прозрачной водой. Проводники из народности Телеуты пали ниц, обращаясь к озеру, как к какому-то божеству. Они называли его Алтын-Кёль, что в переводе с тюркского означало «золотая вода». На русских картах оно было обозначено как Телецкое или Телеутское. Вода в нем и впрямь становится золотой. Стоит солнцу хоть немного проглянуть сквозь бродячие туманы и густую облачность. В закатную пору на глади озера и ближайших облаках происходят самые настоящие световые спектакли. Всякого удаленного и глубокого водоема есть у озера и мрачная слава. Говорят, что оно никогда не отдает утонувших в нем людей и животных. Аборигены утверждают, что под толщей воды можно найти целый отряд ордынских всадников эпохи чингизидов в доспехах и при оружии. В эру монгольских походов они якобы утонули здесь, и их тела сохранились благодаря химическому составу холодной воды. Воинов мы не увидели, но удивительные природные явления и таинственные случаи на этих берегах отнюдь не редкость. Вот этот метеорит когда-то давным-давно протаранил берег Телецкого озера, и россыпь гигантских валунов вокруг – это выброс горной породы, произошедший при взрыве. Конечно, по сравнению с Тунгусским метеоритом, это, наверное, мелочь. Но я думаю, что если бы кто-то оказался рядом в момент его падения, то зрелище было бы весьма эффектным. Погода здесь меняется едва ли не каждые полчаса. Местные жители часто говорят, что если вам не нравится погода на Телецком, достаточно подождать 15 минут, и пусть ненадолго, но природа выдаст тебе желаемое. Путешествуя по озеру, мы не раз отмечали, что и скалы, и вид здешней воды кажутся смутно знакомыми. По очертаниям берегов и прибрежной тайги оно напоминает уменьшенную в сотни раз копию Байкала. Благодаря глубине, достигающей 300 метров, это один из крупнейших в России природных резервуаров пресной воды. Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты. Так же, как и Байкал, оно находится в огромном провале ледникового тектонического происхождения. Со всех сторон
Его окружают водораздельные хребты высотой около 2000 метров. Сегодня вода озера на редкость спокойна. Крики единичных птиц, шум ветра и волн и редкие сирены катеров складываются в бесконечную музыку, похожую на протяжную и грустную сибирскую песню. Едем по Чуйскому тракту. Это одно из главных событий в нашей экспедиции и в жизни любого путешественника. В стране, а может быть и в мире, просто нет другой такой дороги. Настолько красивой, настолько разнообразной, настолько заряженной приключенческой, авантюрной атмосферой. Даже от одного взгляда на карту захватывает дух. Чуйский тракт насквозь прорезает горный Алтай и упирается в монгольскую границу. Он проходит через по меньшей мере десяток природных зон. От предгорий, субальпийских лугов до головокружительных перевалов, вплоть до отметки 2000 метров над уровнем моря. За границей России Чуйский тракт превращается в трансазиатское шоссе и ведет до пригородов пакистанского Карачи. Это 5000 верст до Аравийского моря, а затем и Индийского океана. Знатоки говорят, что здесь почти невозможно встретить два одинаковых вида. По обеим сторонам пути то и дело попадаются ландшафты, которые буквально заставляют нас останавливать машину и подолгу работать на натуре. Путешествие по старому Чуйскому тракту привело нас в Чимал, пожалуй, самый известный курорт Горного Алтая, обустроенный здесь в предвоенные годы. Это удивительно спокойное место с воздухом, пронизанным запахом хвои. Оазис цивилизации и устроенности в этих безлюдных горах. По народной легенде, гидроэлектростанция на реке Чимал была построена в 1935 году чуть ли не по личному заказу всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, который тем самым хотел несколько облегчить участь собственной жены. Она находилась в этих местах в ссылке. Довольно курьезная история. Другими словами, у Михаила Ивановича Калинина, который был в то время председателем Верховного Совета СССР, было достаточно административного ресурса для того, чтобы возвести ГЭС на отдаленной Алтайской речке, но недостаточно ресурса политического, чтобы освободить из ссылки собственную жену. От Чимала уже рукой подать до окончания старого Чуйского тракта. Того самого, еще воспетого знаменитыми сибирскими ямщиками. Несколько бревенчатых домов оказались зажаты между бурным Катунским потоком и отрогами хребта Куминские Белки. Алтайский поселок Еланда – конечный населенный пункт старого Чуйского тракта, после которого дорога окончательно упирается в воды Катуни. Это последняя точка сегодняшнего сухопутного маршрута. Теперь нам предстоит подумать, как пробраться прямо к сердцу этой великой горной страны. Итак, мы у ворот Горного Алтая. Скалистый хребет за моей спиной – это лишь предгорье, так называемые гривы, лишь начало большого пути к сердцевине Алтая, к горе Белуха, куда мы сейчас и направляемся. Несмотря на свою относительно, казалось бы, небольшую высоту, Белуха пользуется репутацией очень серьезной горы среди альпинистов. От обжитого и любимого туристами Чимала до Белухи 9 суток конного перехода.
И только с помощью вертолета мы хоть как-то можем вписаться в съемочный план. На изучение высокогорного Алтая, как и других примечательных здешних мест, у нас отпущен всего один световой день. Почти на 95 тысяч квадратных километров раскинулась Алтайская горная страна с севера на юг и с востока на запад. Это самая высокая область Сибири. От невысоких и поросших тайгой гряд в северной и восточной части она трансформируется к югу в настоящее горное царство. На пиках большинства вершин лежат вечные снега, а с перевалов спускаются древние ледники. Одним из самых сильных первых впечатлений от полета над Алтайской горной страной стало обилие чистейших круглых озер, хаотично разбросанных по всему Нагорью. Высота и крутость гор для этих водяных линз как будто бы не имеют значения. Они встречались нам и на заснеженных трехтысячниках, и на бурых от осенней травы и листвы относительно невысоких гривах, и в ущельях, и многочисленных горных седлах и каньонах. Кажется, о Финляндии сказано, что это страна тысячи озер. Честно говоря, звучит слабовато. Мы вот счета своим озерам не знаем совсем. Здесь, в сердцевине горного Алтая, где мы находимся, вот таких горных чашеобразных озер, развешанных на разных высотах по этим горам, не менее 2000. Вообще ощущение такое, что приземлился прямо посреди географической карты того места, о котором мечтал всю жизнь. До ближайшего жилья отсюда не меньше 100 километров. Систему озер, гриф и хребтов венчают Катунские столбы. Одна из промежуточных целей экспедиции. В народе они больше известны как двуглавая гора Белуха высотой свыше 4500 метров. Вершина Белухи отчетливо возвышается над остальными алтайскими пиками, и потому русские старообрядцы называли ее «горой над горами». По алтайским поверьям, у подножья Белухи не разрешается шуметь, громко разговаривать, иметь при себе железные предметы. Возле нее алтайские охотники никогда не охотились. Знаменитый русский художник и мистик Константин Рерих утверждал, что именно в сердце горного Алтая находится легендарная страна Беловодья. По образу тибетской Шамбалы она открывается лишь праведникам и просветленным. Наверное, мы оказались недостойны чести разглядеть Беловодье, но удивительные виды здешних гор дарят нам массу абсолютно новых визуальных ощущений. Обратно мы летим, ориентируясь на лазурную воду Катуни, пробившей себе дорогу с высоких склонов Белухи среди черных базальтовых скал. Один только этот кадр стоил множество затраченных часов и усилий. Катунь, пожалуй, самая живописная из рек, которые мы видели даже в очень дальних путешествиях. Реки Алтая как-то избыточно красивы. В какой-то момент от их созерцания как будто начинают болеть глаза. Сила их течения такова, что берега больше похожи на морские. Настолько отшлифованы водой древние камни, настолько окатаны валуны, которые принесены водой с горных вершин. И вода, вода удивительного бирюзового цвета, пронзительного и глубокого, который больше подошел бы экваториальным водам где-нибудь в Коста-Рике или на Мальдивских островах. Здесь, на берегах Катуни, и заканчивается наше сегодняшнее путешествие. В нем мы достаточно часто оказывались вне поезда. Делали вылазки, как говорят профессионалы, к местам, расположенным в зоне притяжения западно-сибирской железной дороги. Но это было оправдано логикой экспедиции. Без горного Алтая, Телецкого озера, Хакасских степей и диких хребтов Саяна блиц-портрет Южной Сибири, который мы сделали совместно с генеральным партнером ОАО РЖД, был бы неполным и незаконченным.